замок Челингем, средневековый замок в деревне Челингем, графство Нортумберленд, бывшая резиденция семьи Грей и их потомков, графов Танкервилл с 13 века до 1980-х годов. Английский замок Челингем по праву входит в десятку самых страшных и загадочных средневековых крепостей мира. Эта твердыня буквально кишит призраками, а самым страшным местом здесь признана подземная темница, в которой содержались преступники, ожидавшие своей казни на центральной площади замка. Дизайн этой крепости довольно своеобразный. Туристы могут наблюдать много сохранившихся комнат и ощутить старинную атмосферу. Из сохранившихся покоев здесь есть столовая, большой зал, оружейная комната, розовые, серые комнаты, а также темница.